Председатель областной думы Елена Писарева посетила социальные учреждения Хвойнинского района. Помощь от спикера регионального парламента получили воспитанники детской школы искусств и пациенты детского противотуберкулезного санатория. Двухэтажное здание за бюстом Ленина. Здесь располагаются детская школа искусств и дом творчества. Спикеры Новгородской областной думы хозяева встречают на пороге и сразу же извиняются за беспорядок. В здании ведутся ремонтные работы. 200 тысяч на реконструкцию концертного зала выделила районная администрация. Елена Писарева, в свою очередь, передала школе искусств сертификат на новое пианино. Инструмент уже стоит в одном из учебных классов. Главное, вам понравилось? Мне это нравится, но я не музыкант. Преподавателю очень понравилось. Она сказала, великолепный инструмент. Очень благодарим всех. Прежде чем посетить школу, Елена Писарева провела личный прием граждан в местной администрации. Большинство обращений было связано со здравоохранением. Жители района просили председателя регионального парламента помочь попасть на прием к специалистам областного центра. Да и в целом нынешний визит в Хвойную получился с медицинским уклоном. Хвойная, она ведь потому и хвойная, что находится в самом настоящем сосновом бору. Воздух здесь целебный, полезен для профилактики легочных заболеваний. Именно поэтому когда-то здесь был построен детский противотуберкулезный санаторий. Именно сюда в завершении своего рабочего визита в Хвойнинский район приехала Елена Писарева. Она привезла ребятишкам мячи, настольные игры и канцелярские принадлежности. Полезные подарки, учитывая, что находятся здесь дети довольно продолжительный срок. Стандартный курс лечения – 3 месяца. 3 дети находятся до года у нас. Это из семей, где больны туберкулезом, для разобщения, для получения спецлечения. Вот. И детям нравится у нас санатория. Ежегодно в Хвойном оздоровление и лечение получают около 250 ребят в возрасте от 3 до 15 лет. Депутаты Новгородской областной думы, начиная с 2016 года, регулярно посещают санаторий и оказывают ему необходимую помощь. Из Хвойнинского района Алексей Дмитриев, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.